По данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха сохранится в рамках климатической нормы. Подробнее прямо сейчас. На Южном Урале переменная облачность без осадков, о температуре в городах. В Садке, Златоусте и Верхнем Уфалее плюс 20, в Магнитогорске и Карталах плюс 22, в Троицке и Южноуральске плюс 23. Температура воздуха в Челябинске в ночные часы столбик термометра поднимется до плюс 9, а в дневные часы опустится с плюс 20 до плюс 17. На этом все. Я желаю вам хорошего настроения. До встречи на 31-м.